Сегодня 2 мая, это Международный день Гарри Поттера. Вы спросите, почему не 31 июля, день рождения дня Гарри Поттера? А потому что 2 мая Гарри Поттер победил Волан-де-Морта. Гарри Поттер мертвый! А когда же появился Международный день Гарри Поттера? И кто же его учредил? А учредил его бывший в то время в Великобритании премьер-министр Дэвид Кэмерон. И это было 25 лет назад. А сейчас я хочу сделать объявление. В этом году Хогвартс будет не только вашим домом, но и домом для особых гостей. В нашей библиотеке появился уголок Гарри Поттера, куда вы можете прийти, почитать книги на казахском, русском и английском языках, сфотографироваться с артефактами Гарри Поттера и многое другое. Это же грозный глаз Грюм. Авада Кедавра. Убивающее проклятие. Только один человек выжил после него, и он находится среди вас. Книги о Гарри Поттере учат дружбе, добру, любви и преданности и верности своим идеалам. Приходите к нам в нашу библиотеку, читайте книги о Гарри Поттере.